привет! С вами снова Оксана Майкова, это Испания. И я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. Ну, сегодня, ребята, у нас такой необыкновенный ролик будет, самый необыкновенный, он рекламный. Поэтому, кому не интересно недвижимость Испании, как на ней зарабатывать, можете сразу отключаться, чтобы не тратить свое время. Ведь я бережно отношусь как к вашим деньгам, так и к вашему времени. Я хотела бы сейчас немножечко, да буквально в двух словах, рассказать о втором курсе школы профессионального покупателя «Сам себе риэлтор. Беспроигрышная стратегия арендного маркетинга». Что это такое? Вот как говорит у нас Анатолий, который рядом со мной сидит и тихо слушает, смотрите. Он не хотел сниматься. Да, но ему пришлось. То есть приближается сезон, да? И владеете вы квартирой уже в Испании и думаете о том, как на ней заработать. Получается, все ли у вас получается, сами вы этим занимаетесь или занимается этим ваша риэлторская компания. Вы все спокойно можете просчитать, насколько вам выгодно, да, и какую прибыль вам приносит данное вложение. Но я работаю с людьми, которые только планируют приобрести недвижимость в Испании. Только планируют. А когда вы планируете, нужно производить расчет вперед. Очень многие, ну, 99,9% учеников нашей школы приобретают недвижимость с целью получения прибыли от аренды и последующей перепродажи. Так вот, для того, чтобы это все сработало, да, чтобы не гадать на кофейной гуще, сдастся, не сдастся, в каком районе лучше покупать, сколько квадратных метров, за сколько можно будет сдавать, сколько мы будем иметь годовых, сколько мы будем иметь суточных, ну и так далее. Вот не ждать от продавца, который зарабатывает на продаже, да, а самим быть готовым от начала и до конца к развитию событий и управлять этими событиями, а следовательно управлять с притоком денег на ваш банковский счет, вы должны до того момента, когда вы внесете первый депозит за вашу квартиру, четко понимать, что будет с ней через год, через два, через пять лет, через десять. То есть вот это вот основные моменты, которые изучаются и просчитываются до момента покупки. К сожалению, не все это понимают, они понимают это фактически никто. Почему-то у нас в нашем сознании, да, такое понятие, что сейчас придет добрый дяденька и все, или тетенька, и все для тебя сделает. То есть я вот помогаю инвестировать безопасно и выгодно, но сделайте, как говорится, и вы что-то навстречу, да, то есть никто за вас все вопросы не решит. То есть все идет как, знаете, пинг-понг. Один передает второму. То есть я со своей стороны делюсь с вами полной информацией, но вы должны тоже что-то делать, то есть вы должны понимать, что вы хотите. Ну, это, правда, первый курс, но тем не менее, что вы хотите, какие цели ставите, какой суммой владеете, сколько сами будете проводить в стране, будете ли заниматься долгосрочной арендой или краткосрочной. То есть все эти моменты, они имеют очень важную роль. Как бы мы сомневались в этом или нет, да, Толик? Толик такой, да, хотя я тебя не снимаю. Ну ничего, ну на самом деле так оно и есть. Ребят, для того, чтобы выигрывать, нужно быть подготовленным, а не ждать, что кто-то. Потому что если кто-то, то кто-то выигрывает только для себя, но не для вас. А вы должны диктовать условия рынку. А чтобы их диктовать, нужно подготовиться. Поэтому добро пожаловать в школу профессионального покупателя, сам себе риэлтор. Два месяца у нас идет на два курса, это 16 полных модулей. Все модули хранятся в записи в вашем личном кабинете, то есть вы всегда имеете к ним доступ. Рабочие тетради, схемы, проработанные примеры, да, то есть мы выкладываем опыты наших учеников, мы выкладываем, помимо отзывов, да, мы выкладываем вот шаги, которые делают люди, прежде чем приобретают. То есть когда вы учитесь, ну это как в институте, да, помимо связей, помимо знаний, вы приобретаете связи, вы приобретаете опыт и можете эти знания сразу же накладывать на ваш опыт. Если вы только задумываетесь и еще не решили, в какой стране вы будете приобретать, вам тоже к нам, потому что здесь мы дадим вам четкое определение, что, почему Испания и почему сейчас именно в Испании наиболее максимально, да, максимальное время выгодно, потому что завтра вам будет это, возможно, уже неинтересно, потому что цены, кризис закончился, цены пошли вверх, ну, хотя все циклично. Поэтому, ребят, приглашаю вас в школу профессионального покупателя «Сам себе риэлтор». Сезон начинается, и вы должны быть к этому готовы. А я со своей стороны как смогу, так и помогу. Повторю еще раз, занятия мы проводим в онлайн вечерами, то есть это в 21 по московскому времени. У вас будет доступ к общим трансляциям, и опять же, все это будет в записи. Вы сможете скачивать схемы, интеллектуальные карты, рабочие тетради, то есть все, что вам может пригодиться в дальнейшем
в любой момент, в принципе, когда вы к нам приедете. Поэтому раньше, чем выбрать себе риэлтора, раньше, чем выбрать себе объект недвижимости, давайте все просчитаем вместе, начните с себя, как говорится. И результаты не, как это говорят, не заставят себя ждать. Не заставят себя ждать. С вами была Оксана Майкова. Встретимся на курсах. Да, кстати, под видео пишите комментарии, вопросы. Вы видите мои телефоны, скайп, электронный адрес. Пожалуйста, обращайтесь. Я с удовольствием дам вам бесплатную консультацию перед тем, что вы примете какое-то решение. Я готова к общению. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.